Так, доброго здравия. Продолжаем, значит, эксперименты. Сейчас на зарядку поставлю батарея АКБ. Вот синяя стоит. Так. Значит, зарядка. Полчаса назад. Было 11:80. Сейчас посмотрим, сейчас опять включаем. Счетчик. Вот он по центру стоит. Как стоял. Сейчас включаем. Включаем. 12:32. Ну, то мне видно. Не буду врать. 12:33. 12:34. То есть пошел заряд. Заряд пошел, отключили. Отключили. Счетчик колыхнулся. Встает на место. Вот на риске догоняем, чтобы было видно. Риска. Вот черная совпадает с риской. Теперь включаем снова. Пошел. Пошел. Пошла зарядка. Пошла зарядка. Все, выключаем. Теперь ждем. Пошел назад. То есть включил, отключил. Включил, отключил. То есть это все надо автоматизировать. Ну, в общем, эти ионисторы там показывал утром. Зарядил до 11, потом пошел. Больше не стал заряжать. То есть вместо 10 минут на зарядку ионисторов ушло 100 минут. То есть здесь, я посчитал это, в 10 раз больше уходит. То есть вот с этим надо побороться. Видите, так-то оно идет, но очень медленно. Вот это вот, я думаю, что это у меня длинный вот этот кабель, вот он, метров 10 до розетки. Или наоборот, надо кабеля больше, чтобы больше энергии. То есть это будем экспериментировать. Сейчас вот довел назад опять, видите, до рисочки. Ну, в общем, пока кончаем, будем сейчас проверять. С обеда будем проверять, значит, уже без счетчика напрямую. Ну, на этом заканчиваем. До свидания. До новых встреч.